Давай, пуш линию сюда, сучара. Давай. Давай, пуши на меня. Я принимаю вызов. А, ты мисуешь? Хорошо. Хорошо мисуешь. Я думал, из этого миса крипа не заберу. Нормально. Нормально, брат. Все, пойдем ко мне на хайграунд. Пойдем в гости, брат. Давай, в гости. Ой, как же я ластхичу. Никогда так в жизни не ластхитил, как сегодня. Нет. Отлично. Срал руку. Так, курятинка сюда. Реминанты закончились, брат. Фарма не будет. За рункой, только не реген. Пожалуйста, Дота, скажи мне, что там ДДХ. Забирай в бан. Больной. Давайте убиваем. Вот дурак. Жадность. Диджей Сон Свен, спасибо за 1000 рублей. Блять, у меня может минималка 1000 стоит, я просто не понимаю. Брат, пора уходить. Долг зовет, брат. Долг зовет. Надо стики апнуть, наверное. Так, хорошо, схаваем. Бара бежит, а куда? На мид он не может бежать. Я специально взял темпларку, я вообще хотел сыграть каким-то зевсом или эсфом, вот серьезно. Но увидел бару в команде и понял, что это будет вообще очень больно, если я буду играть на каком-то герое не неуязвимом. То есть темпларка, она в принципе неуязвима для всех этих спиритбрейкеров и прочей шелухи. Вот, а зевсом, эсфом я бы просто страдал очень сильно. Давайте, хорошо. Уходи, Раста. Что ж ты стоишь под башней? Хорошо. Бля, я не мог этого сделать. Уехал со страны. Для чатика они это любят. Ого, Гона, спасибо еще за 1000 рублей тебе. Ребят, я... Кого подопьем? Давай.
шторма можем. Шел отсюда. Инвиз я возьму. Спасибо за кассик огромное. Так, шторм пятый, ребят, могу убивать. То есть, как же тяжело дота пошла-то. На самом деле, кажется, что легко. На самом деле, очень тяжко. Все-таки хочется 55-ю оформить. Они ж крысы на стрим-снайперах. Просто не дают изи побахать. Шейкер лицо отбивает. Пожалуйста. Он там жалуется. Там Сларк с разбитым лицом сидит. Говорит, шейкер лицо отбивает. Пожалуйста, помогите. Так, несем ПТ-ху. Шторм пошел в лес, а под шестой. Очевидно. Он просто решил, что... Ну, правильно делает. Шторм сейчас просто ушел в лес, а под шестой левел на нейтрала. Иначе на миде его будут убивать. Я бы так же сделал. Что ты играешь? Давайте шейкера убьем. Подождите, прожарочка. Убили нормально. Ну давай ты летать будешь. Я не хочу, чтобы ты стоял и ману экономил. Давай дальше. Дальше улетай. Я хочу, чтобы ты летел на всю ману. Все. Ноль маны. Все норм. Я на низ вообще за руной иду. Все под контролем. Я не хочу шторму руну отдавать. Вот Фэллин Энджел, спасибо за 1000 рубасиков. Не надо. Подожди, а сколько зрителей? Вы что, ебанулись? 19. Вы что, блядь? Откуда вы? Кто мне ботов накрутил? Я просто, ну, я накрутку проплачивал там до 10 тысяч, а не до 20. Ебать, у меня 20 тысяч на стриме. Вы что, блядь? Вы что делаете? Блядь, донаты залетают, косарь каждую минуту и 20 тысяч зрителей, блядь. Что за херня вообще сегодня происходит? Пидорасы. Гоу-гоу-гоу, я иду, парни, давайте, вот этих надо хранить. Хоть кого-нибудь. Я бы шейкера похоронил, за него оплатят, как за толстенького мальчика. Тут стаки есть, вижу. Ребят, шейкера надо убить. Мелдом не достал. Так сильно хотел застилить шейкера, что не достал Мелдом. Толстый. Бля, мне поставили, он вкусный. Ничего, 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 нормально. Ладно, идемте пушить. Шел нахуй. Шторм с ДД, ребят, аккуратно, может кого-то убить. А ну иди сюда. Я умер. Дурак, что ли? Совсем. Винга здесь. Блин, что у меня все фидят, а там Свен фрифармит, насколько я понял. Маднес ПТ.
Блин, ребят, эта игра будет очень тяжелой. Я уже вижу, что это вообще... Это лютая битва будет. Скорость атаки возьму. Гоу пошранимся, ребят. Бара здесь, вон. Гоу шрайн, кому надо. Придется, наверное, диффуза в этой игре делать. Там Свен все-таки, как-никак. Ничего, Кот Фэн. Ты распугаешь Ягер. Скорее предлагаю эту музыку на донат поставить куда-нибудь. Третий раз сам. Спасибо, диджей Сэнсэн, за 1000. Окей. Посмотрим, что за музыка. Я думаю, это еще не твоя играет. Тут просто надонатили на час музыки вперед, по-моему. Ну, не на час, но минут на 15, я думаю, на 10. Так, тут собрались. Скотобаза, это меня гангать идет. Что по руне? О, руна, кстати, not bad. Ребят, вот этого можем прожарить? Вот с этим, вот этих вот мальчиков. Я ж надеюсь, шейкера дагера не может быть еще. Да, нету. Так, ребят, я сейчас вас покину. У меня на миде башня дымится. Нихуя себе. Я в Нави играю. Может быть, я Дэнди? Ну, в принципе, все сходится. Я зачастую мид выигрываю. Может, ну нахуй, ребят. Ребят, что-то меня тут это... Не любят вообще. Вражины. Там куча стаков для Свена сделана. Шейкер с блинком. Блять, что происходит? Шейкер с блинком на 13 минуты. У меня змеи есть, можем попробовать забрать. Штормкуру убил. Кому ТП летело? Это мне ТП летело? Вот это я валет. Бля, я не знаю. У него мана есть. Не догоним. Ребят, нам надо, чтобы наши коры... Что? Ага. Заберешь ДД. Тролль, забери ДД, я умоляю тебя. Чтоб враг не забрал. Короче, ребят, на самом деле у нас проблемки. Типа, вы проиграли низ, и я так понял, топ тоже проигран, раз Свен фрифармит. То есть, по сути, у нас только одна выигранная линия, это значит, что мы в говне. Мы просто в говне. Блин. По-моему, ребятки, пахнет, знаете чем? Пахнет минус винстриком в 54. Потому что что-то... Что-то пока что... Ощущение такое есть. Там Шторм вообще не играет, но суть в том, что там Шейкер раскачанный и там Свен раскачанный. А у нас, по сути, только я раскачанный. Что это такое? Ты что, блядь, футболист? Куда ты буцаешь, дурак? Ладно, будем фармить, посмотрим, что будет дальше. Просто пока я вижу то, что ни у тролля, ни у Сларка нет артефактов. И это значит, что... Ну, нам драться, в принципе, нечем. То есть, чтобы драться, нам нужно минимально ШБ на Сларке. Минимально.
Тролль тоже в ШБ идет, это ошибка. Надо идти на базу, забирать дезолятор и смотреть уже дальше. На апострофе точка страй 228 точка Г2А. Спасибо за донат, братиш. Чё мне говорите, хейтеры ботов накрутили, засранцы. Боты плюс в чат. Сколько ботов? Этого можем убить? Да. Только он руну забрал и убежал. Не, ну ботов много, я вижу в чате. Прям кто-то накрутил прям. Сколько ботов. Боты на голосовом управлении. Блин, а прикиньте вообще, вот ситуация такая, чтобы накрутить столько ботов, на самом деле нужно дохуя денег заплатить. Представьте себе, кто-то не поленился, потратил кучу бабок, накрутил мне ботов и типа хочет, чтобы меня забанили. Брат, я тебе знаешь как сделаю? Захейте меня, лучше задонать мне все эти деньги, что ты тратишь на накрутку. И я. Блин, я не знаю, что я сделаю. Я что-нибудь сделаю, слышишь? Давай ты не будешь тратить на накрутку, лучше будешь мне их кидать. Я им лучше применение найду. Подожди, главный бот. Боты не донатят еще. Сиськи. Братья боты, плюс в чат. Спасибо за 1000 рубасиков. Братишка, спасибо за шмотки. Просто уже шмотками донатят. Раздеваю вас. Спасибо за донат, братишка. Не знаю, что тут вообще происходит. Не, ну сабскрайберы вроде не боты, нормальные ребята. Ладно, давайте я сосредоточусь на игре, потому что я сейчас смотрю, я вижу цифру на стриме, я охуеваю вообще. Дурак. Дурак совсем, ребят. Ребят, в миде троублес. Бля, тут такая битва, ребят. Тут ебальники отлетают один за одним. Бля, земелья это просто. Это просто, ну вы видели, что он сделал? Он тупо дал сайленс в секунду вообще по штормам. Там в лесу можно поймать кого-то. Это задры. Там Свен должен. Не, он уже выфармился. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Не я таяндаба! Хорош, хорош. Блин, ну Свен жирный, ребят, мне его тяжело пробить. Мне еще надо БКБ сделать, а потом только я смогу диффуза замутить. Потому что без БКБ в этой игре делать нечего. Тут шейкеры, тут куча станов, они просто меня не выпустят с контроля. Охуеть, тебя смотрит больше зрителей, чем Алоху и Дреда.
Чрезвычайное происшествие, аварийный выход. Чрезвычайное происшествие, аварийный выход. Чрезвычайное происшествие, аварийный выход. Давай, давай, давай. Чрезвычайное происшествие. Что с ним? Он озверел? Чрезвычайное происшествие. Если он озверел. Выход. Чрезвычайное происшествие, аварийный хорош. Выход. Вот этого. Аварийное происшествие. Можем закушать из него. Вот этого. Происшествие, аварийный выход. Чрезвычайное происшествие, аварийный выход. Чрезвычайное происшествие. Вот этого. Пойдет за мясо. Спасибо, Венга. Обожаю таких суппортов, как это Венга. Это просто жопу спас, Керри. А, так ты и жопу не спас, дурак. Вот дурак на Венге вообще. Блядь, даже Свен улыбается. Блядь, да сколько можно? Чрезвычайное происшествие, аварийный выход, чрезвычайное происшествие, аварийный выход, чрезвычайное происшествие, аварийный выход, чрезвычайное происшествие, аварийный выход, чрезвычайное происшествие. Бля, ли мы выигрываем игру, что ли? Бля, я хочу скипнуть тебя, брат, но я не могу. Мне надо выиграть эту игру, это 55-я в копилку. Понимаешь? Да, там шейкер, аккуратнее. Подожди, музыка заиграла. Мне кажется, там сейчас крупная сумма подъедет. Подожди, ебало подъезжает. А куда ж ты его выбуцал? Я ушел, не хочу умирать за шейкера. А вот так хочу умирать. Тут тролль подъехал. Вингу можем? Тролль. Чрезвычайное происшествие. Ну, хорошо. А че, просмотр стрима теперь платный, но у меня нет денег на минималку, так что держи хотя бы полтинничек. Кстати, Спрей, как тебе путшранер в этой месте? Спасибо, братиш, за донат. Пудж Роумер — это сильная тема, особенно когда Аркана выйдет, ребят, в каждом паблике Пудж Роумер будет. Блять, это пранк какой-то, я не понимаю, что происходит. Прости, Олег, ща точно всех распугаю один. Спасибо, Hot Fallen Angel, за 1000 рубасиков. Я просто не понимаю. Музыка закончилась. Эй, донатеры, вы где? Чё я? Диджей Севен Свен, спасибо за 1000 рублей. Можем шрайн сломать и Рошана. Хугугона, спасибо и тебе за 1000. Блять, это пиздец. Я не знаю, как мне играть в доту. Я не могу играть в доту, у меня руки потеют. И я просто в ахуе. Откуда 30 галы? А, он думает, он говорит, что где? Скорее передай ему.
меня Егис. Я в инвизе. Может, нахуй пойдете? Не пойдете? Тролль, давай, жарь. Да выпустите со стана. Вы что, ебанутые? Не выпускают со стана. Иди нахуй. И ты тоже иди нахуй. Вот этого, брат. Что происходит? Он под БКБ. Вот я тебя сейчас затроллю. Чатик, вы знаете, что писать в чат. Чпав. Так, у меня сейчас есть время, я сейчас выключу тебя. Чпав. Сать! Ебать, что происходит, 35 зрителей. Я ебанусь сейчас. Блядь, сука, блядь, ебать, охуеть. Спасибо за донат, я сам в ахуе сейчас нахожусь вообще. Так, орчит есть, замечательно. Сейчас Бладторна дадим. На шторма, я решил взять артефакт на шторма, не брать диффуза на Свена, у нас есть Сларк, у нас есть тролль. Свена убивать есть кому. Будем шторма мочить. Нельзя, ее сейвят. Ребят, хлопаните мне. Мне пизда, по-моему. У меня тут... Ой-ой-ой-ой. О, нахуй. Блять, да шейкер, отстань от меня. Пощади. Блять, что они такие жесткие? Они прям по очереди в меня прыгают. Ну го барак сломаем, что ли? Бля, мне страшно за свою жизнь сейчас. Бара уже на меня бежит, наверное. Отойти. Боря бежит. Уйти. Все. Всем пизда, и мне тоже. Ребят, почему вы вчетвером подставились под стан Свена? Вы что, дураки? Алло, просыпайтесь. Свен ультракил, забрал 5000 золота. Я не накручиваю. Я войду в историю 35.11 апреля 16. Да в смысле уходил? Я думал все-таки закуситься. Просто я не знаю, что-то как-то плохо то, что Свен станет всех. Как он умудряется подстанить всю команду? Он сейчас купит себе Дейдалус, кстати, или Бладторн. Качественную музыку на поясах. Сука, диджей Сим-Свенов. Я собака, ты тут. Рошана нет, все норм. Лирик меньше, чем стрим. Боты плюс чат. Сколько удоб-донатеров почек. БКБхи нужны на троллей и на сларке. БКБ это неуязвимость в этой игре. Свен будет убит.
Шейкер ШБ. Можем его? Естественно, он пойдет по мне в лесу. Орчит на шейкере. Сейчас опять все подстанут. Меня Свен пиздит. Свен, мне пизда. Что тут происходит? Если тебя за это могут забанить, лучше вне стрима разберись, в чем дело. Спасибо за донат. Почему Сларк никогда в драке не участвует? Спасибо за донат, меня никто не забанит. Потому что я не накручу. Я не знаю, почему Сларк не дерется, брат. Ты ж должен мочить. Горжусь своей страной. А ты стрим. Парни, кому интересно зарабатывать столько легально, пишите в Твиче. Спасибо за донат. Бля, я просто не понимаю, что происходит. Ни в игре, ни в донатах. Тролль дебил. Тебе надо пойти, лесок. Ударь крипа. Хорошо, и в инвиз. А чё ты в инвиз не ушел? Чё ты стоишь, бьёшь кентавра? Дурак, что ли? У тебя был... Поздно нажал. Что происходит, блядь? Мой стрим захватили. Что в чате происходит? Меньше, чем ты. Hot Fallen Angel, спасибо за... 1000 рублей еще меньше, чем 3. И Петрович высунулся. Привет, Эд. Здорово. Смотрим всем двором. Удачи тебе. Спасибо за соточку, Петрович. И тебе удачи. Спасибо за поддержку. Я знаю, но у нас проблема, у нас керри нету. Они не могут Свена убить. То есть я шторма обоссал, у него ничего нет, а у Свена все хорошо. Все, кто ждет карточную игру по Dota 2 и любит струю. Как убить Свена? Мы можем драться там вообще? Плеер тихо. Бот и плюс. Свена два раза, ребят. Он без этого, без ничего вообще. В прошлый раз смотрел тебя, тебе задонатили 130к. Теперь смотрю 35к зрителей. Это... Блядь, что происходит? Я знаю! Я продам душу дьяволу! Гоу в трон, нахуй! Змей нет. Если у Свена нет байбека, то это трон, ребят. Шейкер в ШБ. О, терминатор. 7 секунд без Свена. Рядом не стойте, шейкер. Тролль, ты где? Надо побить. Батл транс там, вся хуян. Офигеть. Раста, змейка есть? Давай, давай, давай. Трон, ребят. Ребята, правда. Шторм минус. Байбек. Ребят, трон есть. Трон, 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 трон. Трон, трон, трон. Трон, 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 трон. Трон, 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 трон! 55-я! Чат идет так быстро, что никто не узнает, что я гей. Стоп. Это не чат. Блэд проебался. Little Death Jack, спасибо за 50 рубасиков.